И теперь в левую сторону. И раз, два, три. Свое сердце детям Виктор Погорелов отдает уже более 20 лет. Его воспитанники танцуют на колясках. Они завоевали десятки наград. В этом году педагог решил стать участником областного конкурса «Сердце отдаю детям» и одержал победу. Впереди всероссийский этап. Желание поучиться, двигаться только вперед, потому что, как говорят, если человек знает все, то жизнь закончена. Нужно всегда учиться всему чему-то новому. Возможны какие-то будущие проекты со своими коллегами, да, из других городов. То есть во благо наших вообще детей и всей России. Сейчас педагог готовит воспитанников к Кубку России и параллельно разрабатывает мастер-класс для конкурса профмастерства. Ко всероссийскому этапу готовится и Ирина Панина. Ее педагогический стаж более 10 лет. Преподает танцы и театральное мастерство. Так в центре Гранд появился пластический театр. 7, 8, раз. Нужно любить то, чем ты занимаешься. Я действительно этим горю, я очень люблю. У меня хорошо получается. Творчество без него никуда. В любой профессии это очень важно. Раскрыть себя, раскрыть свой потенциал. А я только помогаю в этом. Они прививают детям любовь к творчеству, науке и спорту. Александр Каргин – тренер в спорте с детства. Занимался баскетболом, футболом, теннисом. Остановился на волейболе. Последние 17 лет он учит ребят командной игре. В конкурсе профмастерства участвует уже в третий раз. Я уже, честно, сам захотел попробовать покорить снова этот пьедестал, дойти до первого места, и у меня получилось. Первый этап, он заочно состоял из двух этапов. Прошел, второй прошел. И сейчас, вот, уже после этого, конечно, хочется быть в призах. Всероссийский конкурс «Сердце отдаю детям» будет проходить в Красноярске с 19 сентября. Участникам предстоит провести мастер-классы, разработать проекты, пройти педагогическое многоборье и другие испытания. Войдут ли тюменцы в число лучших, узнаем в конце сентября. Дарина Халина, Леонид Ализаревич, Тюменская служба новостей.